чуть-чуть сместись. Какие задачи поставлены перед вами вот в этом полете? Очень много. Научная программа в интересах всех космических агентств. Очень сложно у нас будет космический трафик, поскольку наши прогрессы и корабли Союза, которые будут менять экипаж, и европейский грузовой корабль, и японские прилеты, начинают летать коммерческие корабли американские. Поэтому и выходы в открытый космос. Задач очень много, как обычно. Well, I feel great. It's an honor to be here today as part of this crew and part of this wonderful tradition. It's the culmination of 2 years of training. Now as we go to Baikonur, we'll do the final preparations, make sure our vehicle, our suits, and everything that we need to get us to orbit are all prepared, and we're ready to get our mission started after a long period of time.